раннее утро, пришли на рыбалку. Нам нужно достать все, что необходимо. Так. Это мы можем в любом месте где-то что-то сделать, заранее срубить, чтобы дерево завяло, как будто это давнишнее. Ну, порядок такой. Где много людей, говорит, вешай замок. Это рядом какая окрестная трава, заранее нужно быть там, чтобы она, было видно, что она старая. О, из-под этого открывается наше хранилище, как говорят, схрон. Точно так же в обратном порядке складывать. Вот она ослабела, ее надо будет накачивать. Вот туда. Что-то лежит, лягушка называется. Так, мы с собой берем две военные палатки на подушке. И у нас всегда сухо под нами. Второй. Так. Володя наденет на себя это. Жилетка, да. Вот смотри, как надевает. Хорошо, хорошо затягивает там. Сначала к спине, а потом здесь. На случай, если случится, что лодка у нас отказала, а такое бывает, то мы себя обеспечиваем спасательным поясом. Подпоясываемся. 7 пластин. У нас много такого. Это подушки сейчас надувать будем. Так, отдельно. Отдельно весла. Это газеты протирать лодку. И 2 крючка, которые помогают леску снимать с попавшей рыбы. Пока в карман положи где-то. А потом дальше пойдем. Сейчас мы туда придем на пол.